Приветствую вас, дорогие зрители, меня зовут Лиза, и сегодня я буду играть в My Summer Car. Вы меня просили, и, собственно, настало это время. Давайте я начну новую игру. Водительское удостоверение Финляндии, фамилия. А кто я? Евротраковская. Сейчас напишем. Сейчас я вам такое тут придумаю. Евротраковская. Елизавета, конечно. Я считаю, необычная такая, знаете, финляндская фамилия и имя. Шикарно. Давайте начнем. Так, что это? Это что? Так, интересная катсцена. Я не знаю, что это такое, если честно. Мы едем. Я в багажнике. Меня украли. Меня украли в багажнике. Я еду в багажнике. Это мои ноги. Меня украли и везут куда-то в багажнике. И тут и ребенка тоже украли. Ребенка тоже украли. Мы едем в багажнике, нас везут в лес. Правильно? Правильно, да? А, я родился. А, боже! Лучше бы украли. Ну ладно. Хорошо, я обсужу эту сцену с психологом чуть позже. Так, Суоми, Финляндия, 1976 год, родился. Да, это я уже поняла. Очень хорошая катсцена, неплохая, очень мило. Очень мило, больше мне сказать нечего. Чем еще меня сегодня удивит эта игра, я не знаю. Ладно, хорошо, на самом деле я не знакома с My Summer Car'ом. Я в курсе, что там нужно собрать машину. И это все, что я знаю про эту игру. Я не знаю, что еще там надо делать. Вот мы сейчас с вами, видимо, это и узнаем. Так. Год 1995. Сейчас 995. Окей. Добро пожаловать на РМРП, в безжалостный мир криминальной Москвы в GTA 5. Выбери свою судьбу и присоединяйся к одной из мощных фракций. Получи доступ к самым крутым авто, чтобы проехаться по улицам Москвы в стиле настоящего бандита. Начни играть прямо сейчас, легко и быстро, с помощью наших уникальных систем для новичков. Увидимся на РМРП. А по моему промокоду ЛИСА ты можешь получить много интересных бонусов. Так, собственно, мы с вами появились в комнате. Мы подростки. Мы подросток. О, боже, а можно меня больше не удивлять? О, хорошо. Вот это очень мило. Сацума машинка миленькая. Вот это не мило. Не знаю, когда я была подростком, у меня таких плакатов не висело. О, шлем. О, я в шлеме. Ой, так ничего не видно. Как его снять? Снимите с меня шлем. Снимите с меня шлем. Все, я буду ходить в шлеме, судя по всему. Как его снять? Ну ладно, допустим. Мы подростки, мы немножко не в себе, мы ходим в шлеме. Снять шлем. Как его снять? Давай, снимай. О, отлично, все, я сняла шлем. Супер. Радио. Давай включим громкость. Так. Немножко непонятное управление, если честно. О, во, включить. Ага. Громкость я типа увеличила, нет? Интересно, интересно. Так. Использовать это на F. Прыжок, бег, режим вождения. Приближение на Ctrl, присесть. Ругаться? Я хочу ругаться. Малаута! Боже, помоги мне. Малаута! Ой, витту я витту. Атана. Оба. Хорошо. Так, ругаться. Гестюрс. Что это означает? Что такое гестюрс? Ага, помахать рукой. Слушайте, интересненько. Мочиться. Толкать. Ударить.
толкать, париться, мочиться, голосовать, курить. Я не курю. Но тут и не я. А, сигарет нет. Хорошо. Хорошо. Блин, все понятно. Мы можем позвонить кому-нибудь, сказать, алло, заберите меня отсюда, пожалуйста. Я не могу больше жить эту жизнь. Ой-ой-ошеньки мои. Все ясно. Это что, дискета? Дискета. Так, ладно. Хорошо. Вот мы с вами подростки. Мы живем. Мы живем. У нас есть... мыть посуду можно, писать в блокноте notepad. Ага, тут у нас ничего не написано. Пить пиво можно. Супер, пить пиво. Ага, молодец. А, замечательно, еще пить пиво. А, мы можем выпить все. Но не будем, не будем, не будем. Так, отлично, все разбросали. Родители придут потом домой, ставят нам... Какое? По пятое число. О, отлично, пицца. Съели пиццу. У нас тут еще получается макароны, молоко и... Что это такое? Какие-то крабовые палочки. Ну ладно, это нам сейчас не нужно. Нам нужно в туалет. У нас нужно... Это что, Sims? Я играю в Sims, правильно я понимаю? В Sims я играть умею. Сохранить и выйти в меню. Мне не нужно было в меню. Ну ладно, давайте сохранимся, пусть будет. А в туалет мы так и не сходили. Ага. Понятно. Может, это нужно сделать на улице. Ну-ка, давай. О, улица. Где у нас там в настройках это? Мочиться. Угу, угу. Сейчас, сейчас. Как это сделать? Так. Ой, на кресло-то нельзя. Ну-ка, вот, вот, вот. Боже. Сейчас у нас нужда уйдет до конца, подождите. Ага, 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 ага. Надо было в туалет это делать, конечно, что-то не подумала. Замечательно. Очень классно. Супер! Хорошо, что хотя бы лужи нет. Так, открыли мы двери. Здесь у нас нереально огромное количество, боже мой, запчастей. Это, конечно, классно, только вопрос, как я должна понять, как мне это все собрать, из чего вообще нужно начинать сбор машины, я тоже не знаю. Рождественские огни, это мне надо, подождите. Рождественские огни, это точно должно быть. Это должно быть определенно где-то. Как это сделать? Я хочу, чтобы моя машина была новогодней. Нет, нельзя? Ну ладно, тогда бросим, сделаем это потом. Можем кидать мяч. Там у нас вода и какой-то катер стоит. Разжечь огонь. Супер! Смотрите, мы живем без родителей, прекрасно. Кик-стенд. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Сейчас лишусь последнего транспорта. Он еще как бы выглядит так, как будто бы он на ходу. Так, return — это режим вождения. А где это на моей клавиатуре такая кнопка? Подождите. Сесть хочу. Я хочу кататься. Пустите. О. А, это kickstand, это подножка. Ага, окей, окей, окей. Понятно. Как сесть-то? О, освещение. Включили вы? Топливный кран. Топливный кран. Угу, угу, угу. Сейчас мы все сделаем. Выключение двигателя. Нам надо же ее включить, поехать. Я хочу ехать. Ехать надо мне. Очень надо. И все, не получается, видите ли, никак. О! О! Что-то вот сейчас я сделала. Во, я сижу на нем, смотрите. Войти в режим вождения. Я уже вошла в режим вождения. Я уже еду. Ничего не понятно. Я вот не понимаю. Подождите, я не разобралась, как мне поехать на мотоцикле. Я не поняла. До меня не дошло. Когда придут родители домой, я все. Мама, папа, возвращайтесь, объясните мне, как мне ездить и что мне вообще делать. Ну да хорошо, давайте попробуем собрать машину. С чего надо начинать процесс сборки машин? С подвески. Предполагаю. Чтобы нам собрать подвеску,
Нам что-то надо, чтобы нам... Так, наверное, помолиться нужно вначале, потому что я не знаю, с чего начать. Набор гаечных ключей. Как его открыть там? О, гаечные ключи. Вот этим мы будем крутить болты. А где болты? Болты. Болты-то будут? О, видеокарты, смотрите вы. Так, подожди, болты. Руль. Болты. А болты-то? Нам же нужно это как-то, шпади, прикручивать. Ой, чуть не... Нет, чуть не сдохла. Это что такое? Выхлопная труба. Отлично, выхлопная. А, наверное, это не надо сюда. Это потом, наверное. Она, наверное, не зря здесь лежит, я так думаю. Так. Вот это похоже на то, что нам нужно. А это что? Что это? Рулевая колонка. Ну, наверное, это нам не надо. Подрамник. Вот это как будто бы... Хотя... Надо... Что это такое? Подрамник. Это куда-то вниз, наверное, надо. А мы можем дотолкать машину туда, чтобы потом... Мы ее дотолкаем и будем там собирать. Во, я придумала. Сейчас мы с вами соберем машину за 2 секунды. Спидран по сборке машины. Толкать. Ноже. Супер. Давай. Толкать. Давай, толкать. Ну, пожалуйста, о-о-о-о-о, супер. Я говорю, сейчас все будет. Мы сейчас соберем с вами машину. Че? А, ну немножко надо, да, согласна, тут поправить. Пошире открыли ворота, а то у нас машина не влезет. Так, во, все отлично, садимся. Еще ниже. И... Давай, потащили, 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 потащили ее сюда. Будем собирать ее здесь. Нам же нужно будет вниз тоже залазить. Не все же сверху ставить. Вот так вот мы ее сейчас сюда поставим. Как бы родители нас бросили, оставили нам гнилую машину какую-то ржавую, сказали, дальше сам. Ты мальчик взрослый, у тебя вон такие постеры висят. Собирай все. Ага, вот, все отлично, супер. Забирай все, собирай, забирай, собирай все сам. Так. Вот у нас машина здесь. Теперь... Это что? Подъемник для двигателя. А где двигатель? Ну так в двигателе так много частей. Коробка переключения передач. Поддонка. О боже мой. О! Блок цилиндров. А свечи где? Я не вижу свечей. Вот это? Нет. Ой, ой, о! Нет, боже, я ведь не знаю, что мне делать. Вы представляете, это что за игра такая? Где подсказки? Где мои подсказки? Так, часы. Нубкап. Супер, спасибо за перевод. Выпускной коллектор, стартер. Стартер это вообще-то вот Додо Пицца такое. Это неправда, это не стартер. Стартер это вот в Додо Пицца такие вкусные конвертики. Каталог запчастей. Нам что, нужны запчасти? У нас вроде бы тут все лежит. А вообще у меня вопрос, кто разобрал машину и положил все в гараже? Какова была цель этого человека? Все разобрать, а потом сказать собирай заново. Так, берем, значит, подрамник. Это по-любому должно быть внизу, я чувствую. Подрамник мы... Так. Так. Подрамник, подрамник. Так, куда тут это его надо положить? Нет, да? Хорошо. Пусть пока полежит там. Может быть, нужно начать отсюда? А, это купе, понятно. Давайте мы сюда залезем. Вот у нас тут, кстати, подрамник теперь лежит здесь. Сквозь машину. Ну, ничего, бывает, это нормально. Так, это что? Это какая-то штука. А тут педали. Может быть, приделать руль. Смотрите, провода. Провода. Так. Так. Вот сюда запасное колесо мы положим. И вот. И все. А, вряд ли надо начинать с каких-то кресел.
А с чего вообще надо начинать? Скажите мне, пожалуйста, что делать? Ничего, я сейчас все соберу. Это буквально дело одной секунды. Мне нужны болты. Болты. Я без болтов ничего не сделаю. Все начинается с болтов. Гриль. Ага, можно шашлык сделать. Это у нас брызговики, фары, воздушные. Так, подождите, нам болты надо. Ой, божечки, коленвалы, вот эти все. Но я в кармеханик-то играла. Я, если что, знаю, что вот это вот все это в двигателе должно быть. В теории, наверное. О, провода. Катушка. Я видела, там у нас были эти провода. Так. Красный провод, красный и голубой провод ведет сюда. Значит, нам нужно взять красный и синий провод. И продолжить путь проводов. Вот, отлично. Катушка зажигания. Вот мы сейчас, вот эти провода. Они вот сюда, правильно? Вот так вот. Опа. Нет. Подождите. Не сюда. Блин. А что Так, хорошо. Мы начнем с самого простого. Вот у нас есть капот, правильно? Капот. Крышка капота. И я же знаю, куда крышку капота класть нужно. Я же не это... Умная. Так, секундочку. Вот чуть-чуть вот так вот мы сейчас... О-о-о-о-о-о. Ну-ка, там была галочка. Опа! Смотрите, крышка капота. Замечательно. Супер. Правая дверь сюда. Нет, не так. Подожди. Правая дверь. Давай, тут была галочка. Правая дверь. Слушайте, люди, которые вот играют в эту игру, какие вы принимаете антидепрессанты? И успокоительные. Так, вставляем мы эту дверь, мы теперь сюда. Стоп. Мы же забыли кресло. Сейчас мы, подождите, все будет. Все будет, сейчас мы поедем очень далеко. Так, это какие кресла? Пассажирское сиденье. Так. Вот сюда, подождите, дверь... Правая дверь. Что-то не встала. Переставим. Правильно же, нужно начать с кресел. С пассажирских. Вот сюда. А вообще нужно вставить сначала за... О, что это сейчас было? В текстуры вошла. Задние кресла вставим. Вот так вот. Сюда мы сейчас их засунем. Вообще все идет максимально по плану. Я вот, как бы думаю, машины так и собираются всегда. Если какие-то есть проблемы у вас с машиной, вы мне пишите, говорите, я вот починю. Вот. Так, стоп. Галочки не было. Вот когда будет... Так. Ну так нечестно вообще-то. О, да. Оп. Все супер. Так. Вставили. Еще одно кресло. Ну и последнее кресло мы вот сюда вставляем. Нам же что? Это же как конструктор, да, правильно? Как конструктор Лего, да, румбоксы. Вот это просто берешь. Оно немножко Оно немножечко как будто бы не должно быть так. Но это всегда так. Всегда, когда вот что-то тяжелое собираешь, оно вот кажется так всегда в самом начале. На самом деле, это все по плану. Вот так берем водительское сиденье. Там у нас что-то гремит, но это нормально. Опа! Вот так вот чик и встало, понимаете? Встало. Это сейчас вот поправим. Да поправляйся ты уже, давай. О! Ну, посмотрите, красота. Здесь немножко такие спортивные сиденья сзади, то есть немножко вперед. Когда вот сидишь, ты как будто всегда на готове выйти из машины. Это нормально. Берем дверь. Это же правая дверь. Вот, вставили мы правую дверь. А сейчас мы с вами вставим левую дверь. Так вот. Опа! О, класс. Это что? Какие-то бензобаки, они вообще это не надо.
С полочки. Это. Во! Багажник. Какая машина без багажника? Скажите. Никакая, правильно. Никакая машина без багажника не может быть. Поэтому. О! Сацума, видите, написано. Теперь у нас крылья. Левое крыло. Левое крыло нашей машины. Смотри, мы сейчас поедем. Мы сейчас поедем. Отвечаю. Так, левое крыло. Ну, это так надо. В принципе, вот такая шикарная машина получилась. А, знаете, я тебе отвечаю. Не бита, не крашена. В ДТП не бывало ни разу. Честно. Я даю слово. Слово. Посмотри, ты видишь вообще хоть где-то какую-то на ней царапину? Машина шикарная. Я могу сторговать немножко, но я думаю, не стоит. Ты такую ласточку больше нигде не найдешь. Ты посмотри, шикарная дверь. Ты вот так вот ее открываешь. Ова! Садишься. Садишься. Но вообще это пассажир твой садится. Твоя любимая женщина, твой друг, твои родители сядут в эту машину, скажут чудесно. Дверь вот так вот открылась она. Смотри, держится, держится. Самое главное. Садишься. И вот у тебя уже режим вождения, и ты поехал. Виртуальный руль, искусственный, воображаемый. Ты где-то видел воображаемые рули? Нет, вот и я нет. Дверку закрываем. Поплотнее немножко хлопнули, и все. И понимаешь, с ветерком едешь, едешь. Ну, небольшие вложения в ремонте, пожалуй, нужны будут. Но это, понимаешь, это мелочи, это... Это мелочь, капот отпал, это не беда. Это не беда. В целом, классная тачка. А, было бы классно, если бы вы написали какие-то ваши советы в комментариях, потому что, если честно, что делать в этой игре, я не знаю, я не до конца разобралась. И вот сейчас я ухожу в лес жить, потому что родители придут, увидят, что я сделала, и такие... В общем-то, пишите в комментариях ваши советики, с чего стоит начать, что стоит мне попробовать. А на этом моменте я буду ролик завершать. Это был такой небольшой ознакомительный видос с My Summer Car. В принципе, интересно. Мне кажется, какой-то потенциал есть у этой игры. Правда, управление немножко неудобное. Это, конечно, факт. Ага, ага, хорошо. На этом моменте все. Всем вам большое спасибо за просмотр. Встретимся с вами в следующих роликах и стримах. Всех вас целую, обнимаю. И всем пока. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем.